женщина! Кто ты, Муня? Доктор Жанаша! Ты меня опозорить, а? Я на свадьбе Ити не плясал. И рюмку не держал. Я тебе еще там не плясал. Не знаю ничего. Жанна, здоров. Сватья. Здорово. Здорово. Ты что ли, а? Нет, не я. Физкульт-привет, за кем гонимся? Да тут дуралей местный, ты понимаешь, невесту все никак не найдет. Кабы к нашей Леночке-то не повадился. Настырный? Да не то слово. Никто за него не идет, вот он и мается. Перся сегодня к ней в кабинет с букетом цветов, а у нее целая очередь сидит. Все ж видят. И Николаю расскажут. Да не то слово, что расскажут. И покажут, и свидетели позовут. Что были не только цветы и конфеты, но и шампанское. И карета к подъезду. Какая еще карета? Вот какая карета. Если к слову придется, карету дорисуют. Ой, сватья, ну все ты шуткуешь, а? Ну где ж ты была-то, расскажи. На островах Райских. Ну и где ж у нас такие? А на морях далеких, под пальмами. А ты что, тоже был? Ну да, а хозяйство свое на тебя оставлю. Ой, Светка, смотри, разоришь ты своего Лукунина. Ведь чай, поди, не миллионер. Она мне 2 грошика очень хорошая. Работящая она меня. Хозяйство по науке ведет и меня учит. Чего купить, чего продать, как сэкономить, как сбережения сделать. На брошки да на булавки. Прибедняется. Так, зимой на лыжах едем в Альпы. А у нас что, снега мало, что ли? Так там же горы. Так, Валентина Ивановна, садитесь-ка вы лучше к нам в телегу. Поедем с вами на чай, на пироги. А ты что ж, пироги сама печешь? А то. Меня теперь тесто тоже любит. Давай, садись, поехали. Давайте к нам. Тесто ее любит. Давай, давай. Давай, родимая, пошла. Пошла. Поехали, Семен. Итак, вы утверждаете, что это ваш родственник? Да. Я Инара Баушкинекс. Фредис Баушкинекс, мой брат. Там же все документы. Присядь, Сергеевна, сядь. Да я одним глазком только. Сейчас одним глазком, а вечером вся деревня знать будет. Понятно. Значит, вы утверждаете, что приехали к нам из дружественной Латвии. Да. Фредис Баушкинекс, мой брат, написал мне письмо и оставил мне дом по адресу Песчаная, 8. Я приехала посмотреть свой дом. Это Сань, понятно. Сань, ты это повнимательнее смотри. Сейчас столько аферистов развелось. Они эти доллары печатают. Так не отличишь. А это документы. Сергеевна, без вас разберемся. Ну да, да. Я не понимаю, в чем мой криминал. Хорошо, я влезла. Но свой дом. Это мой дом. И что в нем украсть можно? Сань, в этом доме раньше баба Вера жила. А ее муж на этих приисках золотишко мыл. Какое золотишко еще? Такое. Золотишко. А Федьку за что взяли? За золотишко. В этом вся суть. Сергеевна, вот. Сядьте. Все. Ну, без вас. Да. Все. Я хочу своего адвоката. Позвоните, пожалуйста, в мое консульство. Я имею право на звонок. Вы, пожалуйста, успокойтесь. Успокойтесь. Никто вас задерживать не собирается. Документы ваши настоящие, подписи правильные. Но только среди наших жителей нет с таким именем и фамилией. Все Петрова да Иванова. Чего? Тимофеева я. Сядь, Сергеевна. Ну что, в журналистику-то не хочешь вернуться? Одним из 2 твоих помощников? Не любишь, когда тобой бабы командуют? Готовы? Начали. Прижми сильнее приклад. Сколько платить будешь? Я смотрю, ты человек дела. Ну и во сколько ты себя оцениваешь? Ну, смотри, в какой валюте. Принципиально это значение не имеет. Ну, тогда 4 килограмма счастья, 2 успеха и 5 спокойствия. Снято! Ну что, стреляем? А можно? Давай. Ян Георгиевна, а? Виктор, надо предупреждать. Слушай, класс. Ну что, выпустила пар? Да, спасибо. Ты знаешь, я тут подумала, 11 килограмм душевного равновесия, какая-то прям, ну, слишком солидная сумма получается.
Да, из них 3500 уже есть. Ты, конечно, незарядная личность. С тобой прям даже пообщаться приятно. Ну да. Сейчас приедешь в управление. На своем языке поговоришь. Я не понимаю, почему ты со мной, когда общаешься, все время как в бойцовской стойке находишься, а? А ты правда этого не понимаешь? Нет, я действительно не понимаю. Все очень просто. Ты сама того не замечая, лезешь человеку в душу. А люди этого не любят. Скажи, ты себя хорошим журналистом считаешь? Да, может быть. Просто тебе все говорят то, что ты хочешь услышать, а не то, что на самом деле думают. Получается, что тебя все обманывают. А знаешь почему? Ну и почему же? Потому что если хочешь, чтобы человек открыл тебе свою душу, надо ему свою открыть. Да, действительно, конечно. И после 10-го интервью, в принципе, моя душа превратится в ошметки. Значит, молодец. Ты не журналист. Да, но жаль, что я не читала твои статьи. А я не журналист. Я егерь, и мне это нравится. Пойдем. Что? А что? Что неправильно? Ну, как тут у вас? Все в порядке. Нотариально заверено. Перевод на русские документы имеется, а фамилии сходятся, адреса тоже. Конечно, тоже сходятся. Я же не дура проехать 1000 километров просто так. Это мой дом. Ничего не понимаю. Сань, я пойду наверх. Куда, куда, куда? Оставайся. Извиняться кто будет? Ну и что мне делать дальше? Дайте документ. Да. Что делать? Извините. Ну, ключики от вашего, так сказать, наследства я вам передам. Вы там осмотритесь, обживитесь. А паспортиск у нас в районе. И мы туда с вами съездим. Точно. И как это я не догадался? У нее же все данные о регистрации есть. Ну, то-то. Учись, студент. И заметь, мои лекции бесплатные. Ну, пройдемте, гражданочка. У меня и чаек свежий, и печенье есть. 5-5. А мне что делать? Что-что? Звони в район. Ага. Сергеевна, а? За мной. Иду, иду. Прошу. Тоже мне. А я что? Юрист. Я все правильно делал. Видишь как, тяжело живется-то вам. Ну а скажи, пожалуйста, может быть, у тебя еще и водителя собственного нет? Нет. Который тебя домой после эфира привозит? Правда. Нет. И завтрак ты сама делаешь. Послушай, лишние полчаса я стараюсь поспать дома, понятно? Кофе я тоже пью дома. А газеты? Да, в машине читаю, благо машина своя. Большая машина. Я на машину сама заработала. Тоже правда. Я-то свою в болоте утопил. Ну да. Домой езжу на электричке. Тут не завидую. Стою 2 часа на одной ноге, трясусь. Кошмар. А когда дома доберусь, уже все спят. Странно, как-то у тебя получается. Они там, а ты здесь. А что они вместе-то, а? Долго и сложно объяснять. Понятно. Ну да. Но мне кажется, все равно как-то, когда все живы-здоровы. Все же здоровы? Да, здоровы. Вот и отлично. Правда, теща у меня ни с головой, ни со мной не дружит. Это бывает. Так что, выходит, мои в оккупации сидят. Хотя все у них рядом. Магазин, аптека, няня. Педиатр по первому звонку приезжает. Массажист. Так это здорово. Педиатр, магазин. Так и должно быть. Я точно не знаю, но мне так кажется. Ну да. Рационально все очень, понимаешь? Никак не могу привыкнуть, что к моему ребенку чужие руки прикасаются. Хотя няня, тетка хорошая. Ну, значит, няне-то повезло. Ну да. Скажи, чем город лучше свежего воздуха и солнца? Если честно, я просто не очень понимаю, как в лесу можно растить ребенка. Ты в городе выросла? Да. И я в городе.
А мы Сашку ждали здесь, на кордоне. Ну, мы здесь встретились. Вот. Чай будет? Будет, будет. Позже. Понял. Пап. О. О, всем привет. Здрасте. А я вижу, у нас здесь не скучно. Не скучно. Я Яна, а это Боря. Ага. Мы из столицы. Ага. Приехали снимать репортаж про ваше лесничество. Да, и заодно да. Про молодых специалистов егерской службы. Ну, да? Первое мое интервью. Да. А меня зовут Андрей Павлович. Очень приятно. Так сказать, отдыхающий. Понятно. Вот ходил на озера, рыб хороших наловил. Ну, тоже хорошо, здорово. А простите, милая девушка, да? А вы про наше лесничество в каком ракурсе будете снимать? Так сказать, положительном или отрицательном? Ну, вообще-то как есть, собираюсь, а что? Снимайте как есть, а монтируйте потом, как начальство прикажет, да? Ну, по-разному бывает. А вам что, есть что-то сказать интересное? А что, пожалуйста, извольте, ага. Извольте, о, да. Здорово. Боря! Боря! Отомри, Боря! Давай, иди камеру бери. Будем снимать, товарищ хочет сказать что-то важное. Может, что-то может, давай. Может, и если что потребуется, сразу обращайтесь. Хорошо. Буду очень рад. Хорошо, очень обязательно. Рад. В любое время, обязательно, дня и ночи. Спасибо, обязательно. Спасибо. Пойдемте. А ты, Сергеевна, персонально за гостью отвечаешь? Да. Я проверю. Ой, проверю. Идемте, вот туда. Куда? Туда? Пройдемте, пройдемте. А что это за улица? Это коммунаров будет. Хотели переименовать, да голосов не собрали. А, так и осталось? Осталось. Дворов 40 будет. Что, всем адрес менять? Ну, вы это... Ну, не сердитесь на меня, ну, не со зла я. Ну, учили бдительность проявлять. Вот я... Нет. А потом... Ну, мы же старики, ну, кто нас защитит? Все хорошо. Не сами. Все хорошо. Главное, что все обошлось, и вы поняли, что я ничего плохого не сделала. Да, да, да. Вот ключик. Ну, вот и лады. А можно я вас провожу? Вы женщина эффектная, красивая, видная. Вот. Автомобиль у вас, а у нас мужики, ой, какие. И что, вы меня защищать будете, что? Так они же разбегутся, как только меня увидят. Магазин здесь есть? А вам кофею или поесть чего? Да поесть что-нибудь. На трассе немножко перекусила, а с собой ничего не купила. Ай, у нас магазин уже который день закрыт. А другого нет? Ну, ближний, это в райцентре аж. Оу. А, не переживай, вот сейчас твое хозяйство посмотрим и ко мне. А я тут недалеко живу, вот за поворотом 4-й дом. А понравится, так и переночуешь. Спасибо. А нечего в нетопленном доме зябнуть-то. А, слушай, это лейтенант говорил, Латвия. Это где? Это Прибалтика, да? Да? Это Прибалтика. Да, не близкий свет, не близкий. А если не секрет, кем работаешь? Да, фотографирую для журналов. Иногда очерки пишу. Корреспондент, значит? Ну, вроде бы. А у нас уже тоже есть один корреспондент. Да? Он на кордоне у Ильича живет. Вот Виктор. Председатель мне что-то говорил, но так быстро, что я ничего не поняла. Я тебе все растолкую. Ну? Ильич, это наш лесничий. А Виктор, теперь зять его. О. Он из города приехал. Ильичева дочка приглянулась, вот и остался. Да. А мужик он, Александр Ильич, лесничий-то наш. Настоящий. Правильный. А лесничий тот, кто наблюдает за лесом и здесь живет? Да-да-да-да. Он обходчиком был, а поселился, стал жить на кордоне. А весной-то кордон-то сгорел. Здравствуй, Степанна! Ты ж подружка идет-то. Здравствуйте, Сергеевна. Гостей выгуливаем. Гостью. Это Инарочка из Прибалтики. Наследство оформляет. Помер, что ли, кто? Господи, помилуй нас. Тьфу! Да типун тебе, Степановна. Господи, все живы, слава богу. Девонька брата ищет. Говорят, жил здесь. А куда делся, никто не знает. А звать как? Фредис Баушкенекс. Как? Баушкенекс. Некс. Нет, не слыхал такого.
Вот ты скажи, пожалуйста, а? День какой, а? Иностранцы. Телевидение. Где телевидение? На подводе тянутся. Видать, к председателю. И Лич с ними, и Витька, и барышня вся разряженная. Всех снимают. Умора. Ильич, это тот лесничий? Другого нету. Хочешь, подождем. Заходи на огонек, Сергеевна. Чайком побалуемся. И гостю приводи. Некогда нам. У нас дел полон рот. Нам дом отворить, хозяйство проверить. В другой раз. Побегу внуков одевать. А то кто знает, когда еще приедут снимать нас. Телевизор захотела. Не пойдем к Степану. Почему? Да потому как голый чай и дома можно выпить. Скупердяйка, она и сплетница. А я тебя щами угощу, настоящими, из печи. Вот. Хорошо. Неудобно как-то. А что неудобно? Неудобно, когда ботинки жмут. Ну вот, пришли. Ты ключ-то не потеряла? Да, есть у меня. Доброго дня, Александр Ильич, Виктор Андреевич. Угу. Приветствую, нездешние люди. Доброго дня. В управу? В управу. Вон везем гостей из телевидения к Николаю. Это мы. Так это значит что, Кольку нашего поездчика будут показывать, да? А чё ж Кольку-то? Вон Ильича тоже. Да и Виктор Андреевича вообще-то тоже будут показывать. Скажите-ка, люди добрые, это значит их вся наша большая страна увидит? Да, а то, конечно. И в Сарове увидит, да? Да. И на Камчатке, и в Норильске, но только в разное время. Борис Сергеевич. Слушайте-ка, люди добрые, а нельзя ли мне как-нибудь вас, ну, засветиться? Я же ради этого готов даже сумки с аппаратурой носить. Не надо. Нет, спасибо. Ты же в очках. Ну? А очки пленку засвечивают. Так это, я же их и снять могу. А зачем тебе телевидение, гражданин Цветков? Ну, Ильич, как ты не понимаешь, у меня здоровье. Жена брательника живет, а я с ней в контрах. Ну, а телевидение здесь при чем? Ну, при чем? Я ей пипецничка накатаю. Так, мол, так, уважаемая, смотрите своего родственничка по ящику. Ну? Ну что, ну? Она, конечно, не поверит, но смотреть-то будет. И, представляете, она включает телевизор, а там я собственной персоной. Радуется? Я думаю, что это, со злостью ее инфаркт хватит или этот инсульт разжимет. Так, доктор Хаус, а? Ты куда шел? Я? В амбулаторию. Ну так иди в свою амбулаторию, понял? Ага. И цветочки спрячь, а то Николаю все расскажу. А это я, между прочим, не из моральных соображений. Это я так, папарезен. Ты тут? Дышу. Тебе что, плохо? Мне в этой бетонной коробке плохо, мам. Дышать нечем. Ну, это я уже слышала. Между прочим, у нас новый кирпичный дом. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Ты говоришь о том, что ты готова жить в палатке со своим папашей, с буржуйкой в мороз. Только пока я в здравом уме, ты отсюда никуда не поедешь. А от тоски, дорогая моя, надо спасаться как-то иначе. Хочешь, я тебя к парикмахеру запишу? На фитнес, ну, или на маникюр? Пойду я. Ну, давай я тебе помогу. Я вот тут снизу возьму, вот здесь, вот мы под... Ой, молодой человек, можно вас на минуточку? Вы не могли бы нам помочь? Да, конечно. А то без мужчины нам, ну, никак. Сейчас я дверь открою. Конечно, конечно. Осторожно, осторожно.
Ой, молодец какой. Спасибо вам огромное. Спасибо. Не за что. Я в магазин еду. Тебе что-нибудь надо? Ага, 4 килограмма конфет шоколадных, торт, малинового варенья и цитрусовых побольше. На твой выбор, мама. Ну, милочка, что ты говоришь, а? Тебе же нельзя, все в молоко пойдет. А чего тогда спрашиваешь? Мне эта гречка уже вот где сидит. Ладно, ладно. Ты не расстраивайся, что-нибудь придумаю. Ну, давай. Ну и чего трубку не берешь? Совестно, небось, Петр Ефимович. Сидорин, слушаю. Нет, Вишнякова нет. Ну, будет, обязательно будет. Будет, прибудет твой Вишняков. Как же. Ой, бабдусь. Ты меня когда-нибудь допечешь. Нагоню я на тебя изжоги. Человека-то отпусти, потом нагонишь. Сидорин слушает. Нет участкового. На территории участковой. Вот жили когда-то без телефона. И хорошо было, и порядок был. Теперь вот 2 телефона, и где порядок? Нет ведь. Ну, я на месте. На месте. Журналисты были? Ждем. А, значит, они сюда едут. Я видел их на перекрестке с Песчаной. Остановились, снимают. Народ собрался. Да, кстати, на Песчаной у тебя дело нарисовалось. Ага. О вступлении в наследство. Твой лейтенант оформлял, оформлял, умаялся. Ну, оформлял, умаялся, побегает. Нормально. Вот слышал? Вот и весь спрос. И внук мой также. Баба Дусь, я участковый по особо важным делам. Ох! Куда хватил? Вот сейчас будет тебе особо важное. Дядь Петя, а что это вы в моем кресле? А то. Иностранная гражданка. Права наследования вступает. А его на месте нет. Иностранная? Ну, конечно. А вдруг какая-нибудь махинация? Мы ж потом с тобой все законодательство вызубрим. Так, Коль, и сколько у тебя этих особо важных заявлений от наших односельчан? Ну, что там, мешок с картошкой, одеяло, саженцы с крыжовником и... А, у тети Гали несушек сперли, да. И стажок кто-то чей-то разворотил. Сейчас мы тебе с Бабдусей еще подкинем. Давай, Бабдусь. А то как же. Да. Ты знаешь Николаша? Да. Я слышу шум на чердаке. Ну, думала, там Шишок буянит. А потом звоню внучку и поглядываю в окно, смотрю, там 2 пацана чумазых и граммофон мой при них. Вот видишь, у тебя граммофоны средь бела дня пропадают. Нет, главное, зачем он им сдался-то? Пластинки да те, Санька, мальцом еще расколотил. Когда это было, Бабдусь? Да, тогда, когда у твоей мамани и именины справляли. Юбилей. Вот так точно. Так я тогда позвонила сюда, но мой внучек как же, после дежурства и не зашел ко мне. Вот, распустил личный состав, Николай Афанасьевич. Младший лейтенант не интересуется проблемами односельчан. К родной бабке не зашел. Обстановку, понимаешь, не проверил. Заявление не принял. Почему? А потому что берет пример со своего начальства. Дядь Петя, они, может, и сарай развратили у Степановны. Ну да, конечно, наверное, пластинки искали. Ну ладно, пластинки, не пластинки, ты мне здесь порядок наведи. Граммофон на чердак, крыжовник. На грядку. Ну уже земля промерзла, ну ты. Неправильно это, Ефимыч, неправильно. У тебя лес воруют. А ты меня за граммофонами. Да. В общем, правильно-неправильно, ты мне здесь порядок наведи. А потом уж займешься своими первоочередными задачами. За 2 дня заявлений столько, что уже ко мне обращаются. Кстати, старое одеяло и кирзовые сапоги не случайно украли. Это у кого еще? У Макаровой, Наськи. С утра уже мне плешь проела. Ну, пока. Раньше, Коль, участковых и не было вообще. Был просто староста и батюшка, и порядок был. А теперь вот 2 участковых, а где порядок? Бабдусь, это когда было? При царе, что ли? Батюшку бы надо вернуть. И приход открыть снова, а?
Вот тогда было бы к кому за советом сходить, а так... Это вот очень хорошая мысль, баба Дуся. Будет с кем поговорить вам, а не меня отвлекать. Федор, он тихий был, такой нелюдимый. Когда что делал, никто не знал. А бывало, идешь мимо, вроде есть кто дома, а вроде и никого. Говорили, бабка его перед смертью свой староверческий обряд окрестила и указала, где ее муж, каторжник, золотишко припрятал. Какое золотишко? Ой, ой. Инарочка, я тебя во дворе подожду. Хорошо. Прости, Господи, помилуй нас, Господи. Сейчас иду. Иду. По заявлению гражданки вот же фамилия-то. Бауш Кеникс. Вот. Открывай розыскное дело, покопайся хорошенько, Саня. Вдруг за ней что тянется, а то объявятся другие родственники. Тогда что? Есть, товарищ капитан. О, что это так официально? Петр Ефимович поставил на вид неуставное обращение, товарищ капитан. Что это он? Дядя Петя назвал дядю Петю. Чего еще не знаю? Гражданка Дарья Степановна говорит, что видела свет в заброшенном доме напротив.
Но линия передач там обрезана с 97-го года. Заявление подать отказалась. Сторожит дом сама. Говорит, в сарае кто-то рыскал. Рыскал? Рыскал, то есть искал. Вот. Но из-за основательной захламленности подсобного помещения гражданка Дарья Степановна отказалась назвать пропавший предмет. Говорит, двери сарая отворились сами. Ясно, отворились сами. Это все? За последние 4 дня все, товарищ капитан. Хорошо. Ну-ка, быстро за председателем. Давай. Понял. Дядь Петь, еду, дядь Петь. И куда мы приехали? Смотри, красавчик вышел какой. Здравия желаю, Александр Ильич. И тебе не хворать, Николаша. Камеру не забудь. Ну как ты? Все служу, ни о чем не тужу. А? Да какой там? Лесорубов этих все никак не ухвачу. Здесь стрелка была, видишь? Угу. В каком квартале это было? В 17-м. 5 сосен уволокли. Это они? Ну, а кто ж еще? Хотят из тебя слепить звезду экрана. А что из меня-то? А им срочно потребовался отличник боевой и политической подготовки. О, да? А он у нас один. Я где-то ее видел. В телевизоре, Николаш, в телевизоре. Ох. Все? Проверил, порожек, все? Аккуратней. Да все, все. Угу. О, дядь Петь, видали? Помолчи, пожалуйста. Здравствуйте, гости дорогие. Правление Ясногородского лесничества в лице, так сказать, председателя лесхоза. Товарища Петра Ефимовича Сидорина. Приветствую вас. Да. Ура, товарищ! Очень приятно. Здравствуйте. Ян Георгин Панова, тележурналист, Второй канал. Николай Вишняков, участковый. Очень приятно. Здравствуйте, Ян Георгин Панова. Очень приятно. Александр, младший лейтенант. Очень приятно. Мне тоже. Ну, проходите, гости дорогие. Там стол уже накрыт. Да, прошу за мной. Николай, покажи там, куда пройти. Сейчас налево, прямо и... Сухими мы вас не отпустим, учтите. О. Там порожек, аккуратней. Ты давай, проходи, проходи. Ну, Петр Ефимович, вот теперь эти гости... Ваши. Наши. Вот и давай. Да, ну ладно. Доктор, вы не ужились? Кажется, нет. А вы кто? Я Цветков. Я к доктору. Да? Это вам. А почему мне? Ну, вы же доктор. Да. Вот я и хотел преподнести при встрече с первым ноябрьским днем, так сказать. Спасибо. Но если вы уходите... Да? Нет, просто у меня последние полчаса никого нет, поэтому я решила, что я могу уйти. У меня личное дело там. Да? Нет, но если вас что-то беспокоит, ничего не беспокоит. А вы завтра будете... Конечно. Хорошо. Очень хорошо. Замечательно. Привет, молодежь. Здрасте. Как дела? Нормально. Кто это вы? Это Елена Николаевна. Типа. У меня все свое, все натуральное. И куры, и гуси, и кроли.
Инарочка, вот что захочешь, то и приготовлю. Ага. Хочешь курочку, хочешь гуся, хочешь короля? Нет, короля не надо. Почему? Он мягкий, пушистый. Ну хорошо, я тогда курочку приготовлю. Ага. Хорошо? Ну что, пойдем дом смотреть? Да, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот такой коленкор, Ильич. Очень тебя прошу, ты зайди к ним. Посмотри на нее, послушай. Ну уж кто Федора-то знал, как не ты? Ну и в приятеле его не записывал. Ну это понятно, еще бы. Ну скажи мне, как ей, иностранной гражданке, мог отойти дом Федора? Если она никакого Федора даже не знает. Ты толком скажи, что от меня-то надо? Ты ключи отдал, документы сверил. Ну, Саня под лупой рассматривал. Ну и что? Ясности нет. А про махинации с наследством каждый день вон нам толдычит. Теперь я ничего не понимаю. Кстати, она про тебя спрашивала. Телефон там, адрес. Как младшенький засобирался в город. Я поняла. Все, Сергеевна, ты остаешься одна. Галина Сергеевна я. Тимофеева. Очень приятно. Не успели познакомиться как следует. А может тебе телевизор включить? Али радио? Сейчас несу грибочки. А стопочку для аппетита возьмешь? Нет. Я за рулем. За рулем? А я тебя никуда не выпущу, на ночь глядя. Вот. А машину твою во дворе поставим. Это ваш муж? Да, чтоб его. Бросил меня одну с двумя детьми. Оклялся. На всю жизнь, на всю жизнь. А что, другой нашел? Не, он мне верный был. Да, да попробовал бы только, я бы ему такое устроила. Ну что же, просто взял и ушел? Да нет, болел сильно. Так болел, так мучился, бедолага. Ну, после войны мужиков-то было раз-два и обчелся. Вот. А он все же на себя брал. Вкалывал за себя из этого парня. Безотказный был. Он телегу одной рукой переворачивал. Телегу? Да. Ну и надорвался, конечно. Надорвался, слег. Ох, и хворал сильно. Говорит, Гал, отлежусь маленечко. Какой отлежусь? В больницу отвезли... А из больницы уже в простынях вынесли. Ну вот, а вы говорите, бросил. А как же еще назвать-то можно? Дом, хозяйство, двое малых детей. Я уже не девчонка. Он же обещал, ну обещал же в один день. Как есть, бросил. Ты располагайся, сейчас щи будешь пробовать мои. С печи, горяченькие, как обещала. Несу. Вот. Ой, какой запах. Ты не смотри, а ложку бери. Еще? Не, все, спасибо. Кушай. Ну, приятного аппетита. Кушай на здоровье. О. Ох, и долгий день у нас с тобой был. Вкусно. Вкусно. Оставайся, я тебя каждый день угощать так буду. Не, с удовольствием, но дела. Ездить много надо. Куда ездить? Тут все рядышком. А потом, вон скоро темнеет. Я сказала, тебя никуда не отпущу. Не отпущу. Ну, как в народе говорят, утро вечера мудренее это будет. Нет, я с таким трудом командировку выбила. Целый месяц за редактором гонялась. От Африки отказалась. Африка? А что в этой Африке-то? На солнце вот этот поджарится, да? И этого зверья дикого полно. Я по телевизору видела. А этих, вот этих гадов ядовитых, ой, что ты, Африка, нет. Я ему то же самое говорю. А он говорит, нет. А что в лесу? Комары? Долго не отпускал. Сейчас, по-моему, комаров уже нет, да? Нет, комаров. Знаешь, чего делать надо, чтобы комар в дом не шел? Ну? Надо траву косить или гераньку на окно поставить.
Не знал такой рецепт. Со мной поживешь, и еще не такой рецепт узнаешь. Хозяйка! Галина Сергеевна, вы дома? Вы кого-то ждете на ужин? Я! Что ты? Что ты? Если кто и пришел, так тебе, точно. Я топру. Сиди, сиди. Иду.